Ну вот, я и на улице, ребята. Посмотрим, куда я вылез. Просто интересно, где моя крепость. А, вон моя крепость. Хорошо. А сейчас что мы делаем? Вот так, потом мы вот эти... Как-то надо их выкинуть. Подожди. Нет, он так не выкинется. Погодь. Знаешь, что тогда мы сделаем? Подожди. Давай выкинем что-нибудь. Этот вот кремень вот сюда сбросим. Пусть он пока здесь лежит. А подберем за... Почему? А что его место заняло? Наказание Божие. Тут надо, конечно... Так, вот кремень. Так, свинка еще одна. О, блин, мне надо свинку как-то приманить. А приманить мне ее нечем. Так, давай этот саженец тоже выкинем. Ладно, свинку потом. Так, тут булыжник просто соберем. Все-таки жалко будет, если он в таких количествах пропадет. И пойдем сдавать всю эту... Весь этот металлолом, всю эту макулатуру. О, что, давай пока есть возможность. Не будем откладывать в долгий ящик. О, еще здесь. Так, что, перестал браться? Собака, блин. Так, гравий выкинем. Опять он ко мне прилетел. Так, давай вот так вот. Таким макаром. Отлично. Все? Все. Теперь поднимаемся. И здесь у меня еще валяется вот это все. Вон саженец, кремень. Так, давай тогда сделаем следующим образом. Вот здесь повесим свет. Здесь повесим свет. Буду мне потом найтись-то. Так. С какой стороны главное? Ёк-махарёк. Я вообще с другой стороны. Ясно. Ладно. Сейчас поднимемся. Так, вот здесь цветочки. Цветочки я тоже не смогу собрать. А, вон она, лестница. Да, вот так отсюда, да. Хорошо. Сейчас я успею. Сейчас я быстро все это сдам. Так, булыжник, да? Это земля. Вот. Это отметить. Так, вот так я сдал булыжник. Весь. Вот. И теперь... Так, здесь стекло, да? На место стекла оставим железную руду варить. Стекло. Так, лазурит. Стекло. Складываем во временное хранилище. Так, здесь камни. Складываем. Это все гранит. Гранита я добыл много, как ты видишь. Офигенно, я бы сказал, много. Смотри. Этот адский материал придется потеснить. Так, а это земля. А что тут делает земля? То мы ее переложим. Так, гранит. Так, землю давай сразу же переложим. Вот у меня сюда. Здесь у меня посвящен земле. Вот таким образом, да. И пошли. Забирать то, что мы там бросили. Жалко будет, что это пропадет. Так, освещение я проложил, чтобы тут понимать, куда я иду. Замечательно, иду, браво. А продолжает меня очень сильно тревожить, что я... Так, вот, блин, свинью надо было взять этот. Черт. Значит, она вот здесь, да? Подожди, свинка. Стой, стоять. Сейчас мы ее... Стой.
Все. Стоять, не думай, даже отсюда вылезти. Так вот каждый раз я создаю такое временное. Тихо-тихо. Все, не вылезет. Временный такой загончик. А потом я ее уже сейчас приманю. Все, я думаю, не вылезет. Так, и у нас, собственно, погодь, где у меня тут выход этого? Лестница-то куда у меня вышла, вылезла? Собака. Вот она. Так, а ножницы есть у меня? О, отлично, что есть ножницы. Сейчас мы тут разбомбим быстро все. Вот так. Так, ну это все тоже соберем, ладно. Бог с ним. А вдруг тоже пригодится потом для чего-нибудь. Ну что, вешаем сюда лампочку. Здесь сейчас мы сделаем хоть как-то, хоть какой-то портал. Ну, как-то вот грубая работа, конечно, но вот так сделаем. А здесь я бы, конечно, срубил, так получается. У меня есть топор? Есть. Мы срубим. Я думаю, что сразу же надо будет сделать еще и лестницу, ступеньки у меня с собой. Все, сейчас положу ступеньки. И надо будет потом еще вернуться за свиньей и будем делать книжные полки.